Один человек погиб, трое пострадали, еще двое пропали без вести в результате схода оползня рядом с отелем в аргентинской Патагонии. Инцидент произошел в городе Барилоче. Погиб турист из Уругвая. Он жил в отеле. Его жену и еще двух женщин отправили в больницу с телесными повреждениями. Как сообщают местные СМИ, в отеле в момент схода оползня находилось до 50 туристов. Сначала мы услышали, как посыпались камни, а потом был грохот. Сосед выглянул в окно и смог частично увидеть происходящее. Из нашей комнаты мы не могли видеть масштабов оползня. Что сказать, мы до сих пор в шоке. Слава богу, мы целы. Не все могут сказать про себя то же самое. Но мы не можем контролировать стихийные бедствия. Здесь никто не виноват. Отель тоже нельзя винить. Этот отельный комплекс включает два больших здания и много коттеджей. Также на территории строится третий отель. Оползень произошел после дождя, который не прекращался 36 часов. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.